Спустя годы София Ротару по-прежнему признается в любви своему мужу. В день годовщины свадьбы София Ротару поделилась архивным снимком со своим любимым мужем Анатолием. Мужа Софии Ротару Анатолия Евдокименко не стало в октябре 2002 года. Мужчина скончался после инсульта. С тех пор певица стала еще больше времени уделять своим родным, отказываясь выносить на публику личную жизнь. Близкие и друзья Софии Михайловны не раз рассказывали, что она очень любила своего мужа и даже спустя многие годы так и не смогла полюбить кого-то еще. Несмотря на то, что со дня смерти Анатолия прошло 16 лет, София Ротару до сих пор трогательно признается ему в чувствах. На днях супруги отметили бы 50 лет со дня свадьбы. И в честь этого артистка поделилась архивным фото с мужем. Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы, день рождения семьи. Если бы ты знал, как мне тебя не хватает, твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой, люблю больше жизни, написала София Ротару. А сын Софии Ротару и Анатолия Евдокименко Руслан в этот день поделился свадебным фото своих родителей. 50 лет. Золотая свадьба родителей. История большой любви.